некоторое впечатление, что я пошла не с той стороны, потому что я иду все время вниз, а стрелки, показывающие направление, все мне навстречу. Ну ладно. Пляж рядом с Айя-Напой, дамы и господа. Наверное, где-то 5 минут от собственной Айя-Напы, 2 минуты спуск с хайвея. Никаких удобств, одни неудобства, шишковатые камни, тяжелый спуск в воду. Прямо вот сбоку приносит тучу такую полноценную и херак. Теперь я знаю, что дождь здесь существует.